И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на острове, все так же в попытках пройти эту прекрасную и замечательную игру. Дубинка. А дубинка в инвентаре у меня лежит почему? Потому что мой прекрасный домик улучшается с каждым днем все сильнее и сильнее. Ну вы посмотрите, как это красиво. Все-то здесь живет и процветает. Ну, начнем с того, что я делал. Во-первых, я вспомнил, делая себе прическу, вспомнил, что для чего-то, для какого-то сборщика нужны были волосы. И поставил няню, поставил фермера. Собственно, фермера вот работает. Требует буквально там один суп раз в раннего знает сколько часов. Но я точно помню, что как-то я делал 10 супов. И они что-то за несколько только дней реального времени там потратились. Ой. Так что тратится они крайне редко. Садовник не работает так, как нужен пивас. Но благодаря этому у меня стоит здесь бочечки с пивасом. Да. Уже по одному пивасу готово. И, собственно... А, я же могу сделать так вот. Как там? А, подожди, я же надо посмотреть, как она делается. Кружка пива вроде. Да, кружка пива, но что-то я смотрю, здесь ее нету. По крайней мере, по названию это не отображается. Да. Здесь ее нету. Ну дай бог с ним. Но мы можем проверить кое-что другое. Так. Все-таки же. S плюс хитрить ее. Нет, реально пиво вообще никак не отображается. Даже в ней, которая питается этим, только соль для консервации. Но, бог с ним. Мы не гордые, мы ручками собираем пивасик. Пивасик не для личного пользования, пивасик для работяги, которая будет работать, так сказать, за алкоголь. Ну, почему бы нет. Так, ящик, мать его, за ногу. А, не, все правильно. Хоп! Активировать. И все. Пошла шататься, значит, все заработало. Сейчас отсюда будет, кстати, да, фермер работает. Фермер удобрение закидывает прям на ура. Отсюда все собирает, туда все закидывает, все просто, супер. Конечно, у него есть какие-то предпочтения, я-то закидывал все везде ровно, но у него есть какие-то предпочтения, куда-то он закидывает прям намного больше, то есть, вот, допустим, есть 510, вот, а где-то еще там 3 соточки с лишним вроде бы были, а нет, вот 430, господи. В общем, работает, и она тоже начнет работать. А няня работает всегда, то есть без оборочек, ей вообще ничего не нужно. Либо она работает от генератора, я не знаю, от простого. Ну, в общем, я ничего в нее не закидывал, так что хоть один работает на халяву. Ну и очередную порцию дермица переделал в серу, серу у меня полно. Также притащил сюда очень много куропаточек. Вы не поверите, но я потратил где-то около получаса, даже больше, минут 40 на поиски одного самца. И на поиски его я только потратил ядреное количество времени и 5 разных самок. Чтобы, собственно, они несли яйца. Яйца! Да. Яйца у меня он собирает. Не знаю, как насчет оплодотворенных, но такие яйца он собирает, и это хорошо. Так, сделаем яркость. И яйца мне нужны для сборщика. Здесь у меня 5 оплодотворенных яиц. Здесь 6 обычных дудошек и 2 таких яйца, которые до этого были собраны слишком ярко. Также поставил алхимический стол сюда. Для чего? Потому что он делает намного быстрее цементную пасту. Мне там буквально 4000 где-то забабахал цементной пасты. Это было очень-очень крайне быстро. Прям очень-очень быстро. Да, я уже много потратил. Что? Что еще из изменений? Да и вроде бы все.
вроде бы все. Поставил телепорт около двух. Около второй не ставил, около зимки. Почему-то я решил начать запись, а не поставить сначала телепорт. Но это фигня, это тут отгоняется и без проблем. Так, ну, ты еще пока не работаешь, но будешь работать. Это я точно знаю. Так. Кстати, подожди-ка. А, ну вот, все нормально. Все нормально, вот мне пошли и семки полетели, и хавка полетела. Три часа. А так, ну, ясно. В общем, работает как этот холодос, так что все нормально. Так, ну что, на сарка можно поплыть в подводную, либо на птере полететь в ледяную. Ну, конечно же, давайте сначала на птере в ледяную. Жопу полную холодно будет сильно, но почему бы нет? Так. Полетели к синему обелиску. Пещеру найти несложно. Здесь уж на то пошло. То есть вот он, синий обелиск, от него спускаешься вниз и... Почти. Вон там внизу. Если не ошибаюсь, вот это. Там уже находится пещера. То есть, прям очень-очень крайне близко. Очень удобно в плане поиска. Но. У нее такая проблема. Не то, что там ветераны стусуются. А там проблема то, что... Ну, кстати, кристальчики... Да нет, зачем, у меня их и так много, я много золотала. Ох, мать вашу, страшно вообще-то было. Испугали просто, да жуть как. Проблема то, что... О, 32 броня, нифига себе. Что-то новенькое, много все равно говна. Так, кстати, дубину можно выкинуть. А туда нельзя на Дина забраться. Давай уже, дрисни отсюда. Кстати, это что там, жемчуг? Ой, да ладно, жемчуг прямо на берегу валяется. Классно. Прикольно. Че, упал? Ой, да молодец какой, да? А, не, подожди, не упал. Ах ты, козел. Так, погоди-ка, а где более точный вход? Ну, ёб твою ж за ногу. О, неправильно показал. Ну, я помню, что спуск этот вниз, а он вот в этот уголочек прям ведет. Телепорт лучше все-таки здесь поставлю, чтобы в следующий раз добираться уже пешком. Потому что мне телепортик обязательно, точнее, артефактик еще обязательно пригодится. Вот, но... переименовать. Вход в ледяную пещеру. Честно, там полная жопа. Вот прям там полная жопа. И, кстати, я бы, наверное, лучше бы оделся потеплее. Ну, хотя нет, и так нормально. Там полная жопа в том плане, что... Там можно свалиться и больше не... так скажем, не появиться. В целом, вот. Вот он, вход в пещеру. И сюда даже стоймя пройти нельзя. То есть вот я пытаюсь стоя пройти. Сюда пройти стоя нельзя. Здесь только можно проползти. И в этом-то и проблемка. То есть на 11 сюда пройти нельзя. Не, я, конечно, могу счетерить и вызвать сюда Дина. Я это уже так делал. И на саблезубе я так грацевал. Но зачем? Так, вход у нас здесь. Если не ошибаюсь, нужно идти сразу же куда-то сюда, и я его, по крайней мере, как минимум увижу. Здесь еще была такая фигня, что он не спавнился. Был какой-то баг, и он не спавнился. Ох, мать вашу, вот это было страшно вас увидеть здесь. Именно для этого у меня эта штука здесь есть.
Мать вашу! Так, стрелять далеко. Слышь? Хорош ползать. Вот сраная паутина. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Не-н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 е. Иди отсюда. Лети отсюда. Так. Никого нету? Ну хорошо. Хорошо. Вот, собственно, кстати, для этого я и создавал. Вот, если туда в черную бездну туда упасть, там, если не ошибаюсь, то ты падаешь и навсегда. А для этого я и создавал этот. Это летающая собака меня испугала. Этот дробовик. Потому что я знал, что в эту пещеру зайти сюда нельзя. Но я не могу пройти просто так мимо большого количества хитина. Кстати, зачем мне такое количество, большое количество кожи? Я вообще не знаю. Фу, гадость. Кстати, раз я ее юзаю, то почему бы не заюзать ее до конца? Так, отлично. Мать вашу, как страшно. Ох, ты ж просто ужас, как страшно. Ты, мою мать. Ненавижу паркур. Вот прям реально, я терпеть его ненавижу. Я слышал вас. Ублюдки, иди сюда, ублюдок. Я тебя сейчас череп прострелю. Это был последний выстрел зря. И в пустоту. Ага, это просто моя кровь была. По этой пещере, по большей части, ты просто ползаешь. Прям реально, ты по ним просто ползаешь. И я не вижу артефакта. Жаль, здесь как в Майнкрафте нельзя присесть, и типа ты никогда не упадешь. Такс. Ага, это я кругали сделал. О боже мой, пошли к выходу. Я чую, сейчас мы тут долго будем. О-о-о! Я уже прям смотрю, я здесь уже кругаля даю. В очередной раз. Так. А где выход? Так, вот это выход. Сейчас я включу скриншот с картой и посмотрим этот скриншот. О, божечки, божечки, божечки. Так, запись еще открыл. Так, нет, стоп. Вот так вот сделал, чтобы было более лучше видно, что да когда где происходит у меня на экране. Так. И, кстати, я очень надеюсь, что здесь не баганется и все будет нормально. Так. Что у нас здесь? Если мы пройдем сейчас. Ага. Ой, да в жопу эти скрины нафиг. Там такая же срань непонятная. Матерь божья. Он бы сейчас полетел. Это я сейчас туда пошел, что ли? Если бы я сейчас повернул вот сюда. Я приду с той стороны, и вот здесь это будет обход облет. Ха, слушай. Я походу немножко разбираюсь, где эта карта. Если я сейчас пойду вот сюда, мне там придется прыг-скок паркур, ну в жопу. Я надеюсь, правильно повернул. Ужас. Так, это выход. Выход, отлично. Поворачиваем резко направо, прям резко-резко направо. Прям резко-резко направо. Ага, нет, стоп. О, подожди. Вот срань пещерная. Ненавижу тебя. Так. Если совсем резко направо, то есть.
это развилка. Так. Собака. Вот этой. Вот этим я эту пещеру и ненавижу. Вот этим я эту пещеру ненавижу. Там просто дымка, и ты такой типа. Ты полетел. А туда я очкую прыгать. Там страшно. Значит, надо войти. Божечки ты мой, я чуть туда опять не прыгнул. Сорян, народ. Это было, наверное, громко. Но я прям реально испугался. Я этой дымки прям конкретно боюсь, потому что, ну, типа, камон. Она зашевелилась, я думал, это труп. Фак! Я поэтому и не люблю хорроры. Реально, я поэтому не люблю хорроры. Потому что я очень нервный человек. Поэтому очень пугливый. Я поэтому не люблю хорроры. Этот тварь что пошевелилась? Овца. Так. Ой, в жопу, короче, надо на паузу жать. Это дотолка. Короче, почитал я, что как где. И да, по факту баг еще не исправили. До сих пор не исправят, никогда не исправят, и не будет он исправленный. В сингле он иногда багается и не спавнится. Где-то написано было типа, о, подождал полчаса. Собственно, что я и делал, видите, полтора минуты осталось. У меня сумочки исчезают через полчаса. Вот. Кто-то пишет, типа, через 8, кто-то через полчаса. А несколько видосов о том, что спавнится он вот здесь вот, если быть точнее, вот здесь вот, показывают, что да, он спавнится, он появляется, и вообще на локалке, ой, не на локалке, на сервере я его находил здесь, да. Было как-то раз, помнится. Только почему-то я думал, что я видел его там, а он здесь. Ну, я помню, что около этого столба. И, в общем-то, да, беда бедовищная, прям очень жуть. Поэтому будем считать, что я сходил и залутал. Ну, реально, я тут полчаса уже протусовался, полчаса реального времени протусовался, если что. Вот это вот реально, вот помню, сейчас, если она запомнится, я выкину. Я выкину этот артефакт и буду потом в следующий раз обязательно ждать. Но прям конкретно беда. Не спавнится. Не спавнится, не исправлено это до сих пор. Жопа. Жопа. Я потом еще раз сюда сгоняю. Потом, за кадром. Если фон появится, то я обязательно покажу это. Обязательно. Ну а сейчас. Сейчас эта сумочка исчезает. Проходит полчаса, значит. И я. ТП-хаюсь. А сначала я тпхаюсь за дома, все исчезло, ничего не появилось. Говно случается, скажем так. Летим домой. Ну и да, это займет больше времени, чем я думал. С этой стороны ледяной пещеры провозился. Но вход в подводную пещеру номер 2. На всякий случай ставил паузу на прогрузе. Это уже сложная пещера идет. Сложная и страшная пещера. Вот, поэтому как бы, да. Погнали. Но здесь, вот здесь я точно. Здесь я еще и посмотрел скриншоты. И да, здесь как раз таки то самое место, где я искал долго, счастливо, прям реально очень долго искал. Вот. Почему вы не отображались? Вот, теперь отображаются. Отлично. Ну, угли остались, только не отображаются. О, сраные угри, пошли в жопу. В жопу, в жопу, идите все в жопу. В жопу, в жопу, в жопу, идите все в жопу. Нафиг вас, ублюдки. Вот, но. Но. Поиск здесь оказался намного легче, чем мне казалось изначально. И это хоть и является тяжелой пещерой. Тут за Диотис пошел в задницу, дебил!
Иди в жопу! Я не помню, чтобы вы здесь были. Честно. Честно, не помню. Честно, не помню. Но Вики меня предупреждала, что вы здесь есть. И грех жаловаться. Это что-то... А, это просто... Главное, чтоб я уже не проплыл. Ай, иди взад, дебил! Ты меня испугал! Поэтому я убью тебя. Ой, ёб твою ж за ногу. Какого забаганная. Так, ладно, главное, чтоб я не проплыл мимо. Хочу, чтобы будет прикол, если я вот таких руколя сделаю и обратно вернусь к выходу. По идее, здесь такого нету, но... Но все возможно. Это же я. Ты серьезно? Алло? Летим домой. Нифига себе, там жопа какая началась. Ого, сколько черного жемчуга. Ну блин, мы чуть не сдохли. Ты до сих пор еще плаваешь. Ты до сих пор еще в шоке. Да я тоже до сих пор еще в шоке, братан. Надо тебя перепризвать. Блин, ты что забагался? Алло. Ладно, погнали к воде. Нифига себе, вот там, вот это мы греблись. Вот это мы там огреблись. Ох, ужас какой. А, у меня закончились... У меня закончились эти парашюты. Я прыгнул, думал, что у меня есть парашют. А у меня только парашюток. Блин. Алло. Алло, братан, ты будешь? Так, ладно. Ход конем. Может, это поможет. Тело вернулось, но душа осталась там. Ужасно. Ужасно забаганный сарказух. До сих пор еще... Он реально до сих пор еще плавает. Точнее, она забагалась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Погнали на базу. Блин, надо что-то придумать, как туда это. Как залутать артефакт. Надо придумать, как залутать артефакт. Так, и. Не то. Давай тебя сюда. Я не знаю, как тебя разбагать, но пока фиг с тобой. Я пока что не знаю даже, как артефакт залутать. Не, ну там было жестко. Да срань. Вот, кстати, вот здесь что я заметил, я после телепорта багаюсь. При этом, смотри, оп-оп. И прохожу теперь. И больше я не отцепляюсь за это место. Аж бесит. Ладно, подумаем. А смешно. Я даже шмотки отремонтировать не могу после той пещеры. Блин, походу придется перезапускать. Ужасно. Но, короче, не пойду я сегодня. Буду пробовать думать, что придумать. Я не знаю, на Сарка я точно не могу туда сходить. Сарк, он неудобен в плане атаки, то есть он неповоротливый, что-то где-то атаковать сверху, снизу и так далее, это очень неудобно. Я очень сильно недооценивал количество мобов, заспавнившихся там, потому что я реально не ожидал этого. Ох, гений откровений, если честно. Но,
в следующий раз. Когда я пойду в ту пещеру, я обязательно что-нибудь придумаю. И тут будет два варианта. Либо я голышом буду пытаться туда занырнуть и проплыть. Ну, как голышом. В броне, там, баллон, все дела, но в соло, короче. Чтобы Дина не слить. Либо я не знаю. Ну, в любом случае, на этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно, делиться моим видео с моими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.